Я рад, что меня не очень торопится убить. Я всегда рад, когда меня не торо... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами будем играть в игру под названием Flathead. Игра, которая переводится как «плоская голова». Если у тебя плоская голова, в эту игру тебе играть не стоит, потому что ты тупой. Ты не сможешь победить в этой игре. А чтобы в ней победить, ты должен угадать число. Нет, это я тупой. Не число угадать, а угадать, будет ли следующее число больше или меньше числа, которое вот сейчас выпало. И тогда твоя жизнь будет спасена. Короче, игра типа Buckshot Roulette, где ставка высока. Это твоя жизнь. По-моему, классный концепт. Давайте попробую поиграть. Easy, normal, hard. Давайте на нормале поиграем. Тут какой-то боди-хоррор будет. Здрасте. Мы в кабинете. Да что это за грибочки растут на полу? Я не знаю, что это такое. Мы в каком-то исследовательском центре. О, ёлки-палки. Здесь все такое жуткое. Хорошо, держите за рычаг. Смотрите, 5, экзит. Нет? Temporary. Время на 5. Сохранено 5. Я не заходил еще в эту игру, я не знать. Хорошо. А. Мы перевели 5. И теперь... Что так тихо стало? По-моему, свет выключился. Смотрите. Что это? Tomorrow. Завтра. Если будешь слушать внимательно, ты услышишь за дверью шум разбивающихся волн завтрашнего дня. Но не бойся, незнакомец, ибо эти волны принадлежат другому дню. Сегодня же эти волны уснут. Разве что на мгновение. Потому что сегодня, мой друг, особенный день. Сегодня тебя ждет испытание снова и снова и снова. Но когда все закончится, волны наконец-таки прорвутся и разобьют дверь. Завтра отступит и содрожит от страха перед тем, кем ты стал. Пусть кассеты вчерашнего дня придадут тебе сил, которые понадобятся для испытаний сегодняшнего дня. Это было максимально жутко, звучала вот особенно последняя фраза. Как вы поняли, из текста следует, что очень большой акцент делается на вчера, сегодня, завтра. Большая мудрость заключена в этом тексте, потому что позволь кассетам прошлого подготовить тебя к тому, что ждет завтра путем прохождения испытания сегодня. По сути, про нашу жизнь говорится. Опыт прошлых поколений позволит нам пройти испытания, которые выпадают нам сегодня, чтобы подготовиться к тому, что будет завтра. Классно! Что делаем теперь? Звуки! А, вот можем volume. Хорошо, eject, наверное. Теперь первый раз вижу это слово. Occipital я перевел для себя. Означает затылочный. Нажмем. Сегодня. Это как звучит сегодня? Все, кто встал сегодня с хорошим настроением, обломитесь. Вот как звучит ваше сегодня. Так, а как нам опустить вниз? Как скроллить? Черт. Случайно. Извиняюсь. Стоп. Что я нажал? Я нажал D. Эй, иди скроллить. Все, я понял. Давайте читать. На верхних этажах звук раздается эхом на большом расстоянии, которое кажется вне досягаемости. Некоторые предполагают, что это некая форма общения, эхолокации и даже предупреждения. Но, повторюсь, это всего лишь предположение. Это первая из головных мелодий. Одна из трех мелодий, которые ощущаешь, находясь в здании. Намерение звуков, как и самого здания,
неизвестны. Черт, это так загадочно звучит. Я очень надеюсь, что вот эти непонятные слова для меня я перевел верно. Даже переводчики не очень справляются, если честно. Хорошо, давайте вытащим эту кассету, и здесь есть ООО. Привет. Она включена? Ладно, пофигу. О чем же мне говорить? Окей. Сегодня 5 мая 1900, и я веду запись своей жизни. Мой доктор порекомендовал мне вести этот журнал, потому что у меня ранняя гипертония. Он сказал, что это поможет мне прочистить голову и снизить стресс. Я не уверен, что это поможет, но... Ну, все равно. Кажется, я должен рассказать, как прошел мой день. Хорошо. На этой неделе мы начинаем... Точнее, заканчиваем стройку нового акселератора. Который... Не, это, конечно, классно, отвал башки. Он единственный в своем роде здесь. И все просто... Я устал, что все об этом говорят. Лично я думаю, что оно просто обречено на провал. И оно превратится в денежную яму. Но пока они мне платят, я буду приходить на работу. Так, получается, мы сейчас будем все-таки исследовать, изучать историю некого персонажа, который дневники эти ведет. И посмотрите, раз, два, три, еще очень много-много кассет. Мы, я так понимаю, откроем, разблокируем или отыщем. Так, если мы развернемся, у нас, в принципе, только вот эта панель есть и больше ничего. Мы можем попробовать нажать... Так, на фотку можем нажать? Нельзя. Давайте попробуем. Все, 4. А, мы держим и таким образом сливаем числа. И для выхода мы набрали нужное количество. Стоп, что-то я запутался. О! Дверь исчезла. Все исчезло позади меня. Блин. Неприятно. О! Так, за мной наблюдают. И не только из этого монитора. И не только эта штука. Ну и... А! Видите? Мне надо оборачиваться, чтобы оно не подошло ко мне? Или что нужно делать? Хорошо, наверное, нужно... Блин, оно там, оно двигается. Как-то надо начать. Видать, после... Стоп, есть. Есть help. Хорошо, два числа. Видишь одно, угадай остальное. Не остальное, а следующее. Че, все? А, если тебе везет, они спешат. Не дай им тебя поймать. Слышите, каждый раз, когда мы поворачиваемся, какой-то шум. Они не двигаются на свету. Но не бойся провала. Праздную перерождение. Сегодня был особенный день. Посмотрите, оно всегда там. Все, как это выключить? А, все, мы поняли, старт. Восемнадцать. Итак. Вы, блин, стрёмно, даже не могу разглядеть, но это какое-то лицо. Итак, мы должны угадать, следующее число будет больше или меньше. Учитывая, что здесь их 20, значит, вероятность, да, скорее всего, будет ниже. Ой, какого хрена? Это подстава. А что я должен сделать? Так, меня пощадили? Меня... А вот это что такое? Lights? Мы включили свет, и там мы видим дверь, которая приближается. Мама, может выключить? Честно, я не понимаю. И еще вот это exit. Нужно 10. 10 очков получить, чтобы выйти отсюда. Выход. Мы не видим выход. Ладно, давайте попробуем еще разок. Блин, как я мог просрать? Шансы были минимальными. 20. Ну, стоп. Make your own luck. Сам сотвори свою удачу. Я не понимаю, что это значит. Но 100 подов будет ниже. Ну да, я угадал. Отлично. Одно очко мы получили. Так, это, по-моему, нужно 10 раз угадать.
Что теперь мы делаем? Вот это я не понимаю, что значит. Make your own luck. Ага, мы убираем числа. Типа следующее. Вы слышите? Кто-то идет! Значит, ниже. Я угадал? Ой-ой-ой. Хорошо, да, мы угадали. Четверка. Надо включить свет. Оно там. Ой, это какой-то слендер. Я не знаю, что это. Щупальцами. О, нет, ты-то что смотришь? Да господи! Короче, эта игра начинает во мне панику взращивать. Давайте быстрее двигаться. Итак, сейчас. Он опять идет! 10. Я думаю, будет выше. Да блин! Что делать? Хорошо, играем. А, все просрали. Мы просрали даже. Надо было сохранить. Ладно, давайте попробуем еще раз нажать. Я не понимаю, в чем прикол этого, этой подсказки. Она же халяву делает. А, шаги быстрее, когда мы подсказку делаем. Хорошо, значит, ниже. Перестань на меня смотреть. Отлично, класс, я победил. Давайте переведем. Все, мы сохранили. Больше не просрем. Это дыхание. Я даже света не вижу. Он загораживает, блин, свет. Хорошо, давайте играть дальше. Да перестань смотреть. Убери свой взгляд. И ты тоже. 15. Будет выше. Черт, я думал, гораздо легче будет угадывать. Мне не нравится это. Мне не нравится, я просираю. Что-то очень активизировались все сущности. 20. Ну 100 пудов будет ниже. Ура! Мы должны 10 раз так угадать. Я не понимаю, вроде бы там не очень большой коридор. Почему? Почему так долго это существо идет? Нет, я, конечно, рад этому. Я рад, что меня не очень торопится убить. Я всегда рад, когда меня не торопят. О! А! Они вырвали у меня... 11. Стоп, погодите. Мы теперь тоже должны угадать. Игра продолжается. Короче, S, если следующее число будет меньше 11. И... Ладно, S. Есть! Я победил. Значит, мне дают еще один шанс? Не знаю. Да, получается, я был на грани смерти, мне дали просто еще один шанс. О, эти звуки. Мерзость. Итак, больше. А может быть, это слишком очевидный ответ у меня? О, нет, я победил. Окей. Все, перечислили, у нас 3 очка. А мы, кстати, можем играть... Уберись. Мы можем играть, пока вот включаем свет. Я не знаю. 10? Давайте, я думаю, слишком... Черт. Ладно, давайте попробуем снова. 2 существа меня тестируют. 10. Ладно, давайте в этот раз попробуем больше. Есть! О, я просто на грани, каждый раз на грани. Слушайте, кто придумал эту игру? Это прекрасная концепция. Очень интересно в это играть. Итак, кто я там? Я должен был нажать что-то или нет? Должен был что-то сделать. Я продолжаю играть. Без понятия, ладно, включаем. Стоп, может быть, еще мы должны вот этих всех отгонять, да, мы же должны отгонять. 13 выше, мне кажется. Пожалуйста, да, извините. Я не хотел ошибаться. Да как, почему не включается свет? Ладно, неважно. Походу, мы уже не можем его включить, все, мы просрали эту возможность. Так, рот закрой.
О, да господи! Ой, рожи каждый раз стремнее, по-моему. Я думаю, следующее будет выше число. О, как же я ошибался. Но я не мог вечно выигрывать, правильно? Сейчас, меня сейчас жестко убьют. Ах, меня жестко сейчас убьют. Нападение. О, что это приближается? Что это приближается? Что это? Кайф! Мне понравилось. Мне понравилось? Давайте попробуем снова. А? Все. Не смотрите. А мы, кстати, его можем юзать? Не можем. 7. Давайте попробуем ниже. Потому что то, что будет выше, слишком очевидно. Дерьма кусок. Простите. Надо еще разок. Мы теперь не можем рычаг дергать. Вообще не можем так. Окей, 6. Ладно, пусть будет выше. Пожалуйста. Почему мне так не везет? Они подходят. Они... Или оно... Где моя удача? Я не понимаю. Ну, точно будет under. 1. Уу! Прекрасно. Все, давайте сохраняем резко. И играем дальше. А для чего эта опция самому вот решать, сохранить или нет? Ну, точно будет выше. Точно. Пожалуйста. Есть. Каким образом влияет мое сохранение... Я не знаю, как это работает. Мы потом, видимо, разберемся. Итак, смотрим. Продолжаем играть. Да. Оно не идет, пока мы включаем свет. Все. Хорошо. Мы таким образом себе немножко время выигрываем. 17. Точно ниже. Ой, что сломалось. А, свет выключился. Окей. Есть! Есть, хорошо. О! Тварь. Она сильнее высунулась в этот раз. Так, мы быстрее двигаемся. Продолжаем. Кстати, облака нарисованы. Успокаивает. И 20. Но это халява. Это халявный вин. Мне так нравится. 6. Прекрасно. Того, блин, всего 3. Ну, сейчас получается уже 4. Используем подсказку, только если будет что-то неочевидное. Вот, например, 16. Ладно, давайте рискнем, мне кажется, ниже. Берись! Почему он постоянно смотрит? Пожалуйста, ниже, ниже. Прекрасно. 5. Мне кажется, какой-то должен быть бонус, если мы такие 1, 2, 3. Возможно, мы умножим. Если у нас будет подряд, да, победная череда побед, тогда будет победа. Вдвойне, втройне. Так, ну точно ниже. Хорошо, давайте попробуем не сохранять. У нас 5 и так сохранены, если что. Окей, хорошо. Играем дальше. Опа, вот это интересно, давайте. Колесо судьбы! Я как будто на телешоу каком-то стрёмном, так и есть. Бесплатная... Поражение, бесплатный выигрыш и специальный подарок. Что я должен делать? Pull to spin. Нажмите, чтобы выиграть. Чтобы крутить, точнее. Все, крутим. Воу! Блин, чертова тварь. Что-то я должен, просто терплю. Плюс 10 очков! О, спасибо. Огромное всем спасибо. Я думал, это я отъезжаю. Оказывается, это все эти приборы от меня отъезжают. Я сижу на месте. Итак, у нас может сгореть, но я что-то не хочу. Давайте попробуем. Блин, давайте выйдем, потому что тварь-то приближается, и у нас останется еще 6 очков. Найс! Раунд. Что это? Там какие-то зубы, лицо, голова... Второй раунд, друзья. У нас получается неплохо. У нас получается очень хорошо. Что-то изменилось? 15 нужно. Блин, ладно, давайте играть. 12. Почему-то мне кажется, что будет выше. Рискнем. Как будто немножко расположение вот этого рычага изменилось. Есть! Вот это я молодец. Хорошо, давайте теперь играть по полной. Хочу попробовать все лампочки, чтобы зажглись. 6. Выше. Рискнем. Пожалуйста. Есть. Господи, как было близко. Поражение. Еще одна победа, и все. Мы воспользуемся подсказкой. Играем, короче, давайте. Оп. Что-то там тварь-то идет.
Так, не смотри на меня! Слышь, 10. Все, точно подсказки юзаем. Итак, 10. Ага, выше. Сейчас посмотрим, что нам дадут за вот эти 4 лампочки. Убери рожу свою. 6. Умножается или что происходит? Что происходит? Что? Ничего. Ладно, давайте попробуем. Может быть, надо еще больше? Уберись. Уберись от меня. 12. Я не знаю. Я не знаю, я не буду рисковать. Давайте попробуем. Еще одна подсказочка. Почему бы и нет? Она приближается. А. Офигеть! 13. Смотрите, 10. Было 6, теперь 10. Слушай, мы прямо сейчас на следующий левел перейдем. Так что давайте спасем себя. Здесь есть некий элемент непонятки. Потому что я не знаю, когда этот монстр, который идет сзади на меня, дойдет до меня. Шаги постоянно в одном месте слышатся. Итак, черная дыра открывается. Все трясется, все неприятно так. Я трясусь. Мой персонаж боится. Да и я вместе с ним. Ладно, давайте играть. Нужно 20 очков. О, я так понимаю, нам теперь нужны только победы. Чтобы прям множить, множить, множить. Я думаю, выше. Так он постоянно будет на меня смотреть. Нельзя давать им смотреть. Они меня отвлекают. Так, мы выиграли, хорошо. Чем дольше они на меня смотрят, тем больше проблем у меня будет, скорее всего. 4, выше. Что там? Что это? Я выиграл, ура! Играем. Я видел, как ты начал двигать своей башкой. 8. Ниже. Пусть будет ниже. Почему-то мне кажется, что ниже. Ай, твою мать. Ладно. О, смотрите, колесо фортуны, колесо фортуны. Давай быстрее, быстрее. Я хочу нажать. Нажать. Играем? Играем. Очков. Хочу 10 гребаных очков. И ой, она ждет. Что это значит? Что это значит? Типа она не идет какое-то время. 20. Ну, конечно, ниже. Оно какое-то время, видать, не идет. Все, мы победить. Давай следующий раунд. Господи, 20 очков. Мне нужно так много раз побеждать. 15. Почему мне кажется, что ниже, но я не уверен. Тварь. Они постоянно это делают. Играем. Ничего страшного. Ничего, блин, страшного. Господи, все звуки. Выше. 4. Как повезло. Сколько у нас света еще может быть включено? У нас 5 штук. 5 включений, я так понимаю. 20. Ниже. Ура! Так, давайте, может быть, включим свет. На всякий случай. Играем. Ой. Ой. Стало ближе. 3. Выше. Неприятный. Пожалуйста, есть! Хорошо, нам нужно еще разочек победить. Легкое что-нибудь, давай, очевидно, 5. Точно выше. Я верю в свою удачу, я верю в свою удачу. Есть! Плюс 10. Так, хорошо. А теперь давайте крутим и подсказкой воспользуемся. 4. Слушайте, ну мне кажется, будет выше и без подсказки. Хотя, сейчас мне все запорит, тварь. Есть! 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 4. Он по 4 прибавляет. Вот оно как работает. Давай, вот теперь. Ой, надо было. Не-не-не, там может быть минус 10. Сейчас нам колесо фортуны не нужно. 2. Слушайте, без подсказки сработает, я думаю. Все хорошо. Пожалуйста, только не один. 18. И еще одна победа. Еще одна победа. 13. Вот теперь подсказочку. Только, пожалуйста, надеюсь, он не успеет дойти до меня. Ой, надеюсь, не успеет. Свет бы... Так, ниже. Как бы свет включить? Никак сейчас не включить. Оно, кажется, очень близко. Так, давай, сохраняем. Во-первых, вот так. Сохраняем. Есть. Выходим отсюда. О, оно прям близко. Скорее. Скорее, как долго все это делается, а? Есть! О. Итак, что там дальше-то? Ну, третий раунд, по идее, должен был быть концом. Мы победили.
Неужели мы победили? Всего один раз мы просрали. Нас какую-то сейчас черную дыру засосет, и все, конец эксперимента. Силк Боб! А то я думаю, что эта игра мне так по вайбу напоминает. Мы уже играли с вами в игру этого чувака. Я вам видос вот здесь оставлю, вы сможете его посмотреть, мне кажется, вам зайдет. Там тоже прикольные были концепты всяких тестов. Крутая стилистика у чувака, мне очень понравилась эта игра. Как-то мало, да? Хочется, чтобы постоянно какие-то механики добавлялись. Как, не знаю, Five Nights at Freddy's. Есть вот что-то в этом похожее. То есть ты должен быстренько реагировать на все и пользоваться механиками. Вот тут то же самое. Хотелось, чтобы их добавлялось. Мы снова в основном меню, я бы так сказал, в основном кабинете. Давайте посмотрим, что-нибудь появилось новенькое. Watcher. Наблюдатель, да, новая кассета у нас есть. Мерзость. Мы называем их наблюдатели. Уродливые, здоровые ребята, без сомнения, но довольно-таки безобидные. Ну, да, я полагаю, это правда. Они заполучили члена из OSC-41, я полагаю. Алекс? Алекс, что-то там... Я забыл. Хотя это и не было подтверждено, я прочитал транскрипции несколько лет назад. Все, что мы знаем, так это то, что там был наблюдатель и Алекс. Неизвестный голос. Я думаю, ее имя было Кэт. Из наблюдательного центра Е6. Серьезно? О, черт, виноват. Кэт ее звали, правильно? Кэт исчезла в тот же самый момент, как и наблюдатель. Хотя это по большей части догадки о том, что могло или может произойти. А как насчет записи заката солнца? Да. Я слышал об этом. Но я также слышал и о Бигфуте. Но это не доказывает его существование. А ты бы хотел это услышать? Стоп. Люди, которые сейчас общаются, не знают о том, что есть закат солнца. Мы вообще как будто бы говорим здесь, или точнее наблюдаем, неких существ или людей, которые просто звуками общаются. Такое ощущение. Для них все представлено в виде звука. Звук сегодня, звук завтра, звук послезавтра, звук захода солнца, восхода. Я правильно понял? Так, погодите, но что нам теперь делать? У нас шкала немножко прибавилась, как вы видите. Что если мы попробуем перевести еще раз и посмотреть, что там произойдет? Окей. Оп, видите, исчезло. Исчезло, блин. То же самое будет у нас или что-то другое? Помощь. 10 очков. По-моему, мы начинаем играть ту же самую игру. Давайте попробуем поиграть чуть-чуть. 7 будет выше. Ха, мне я стал вести в эту игру. Шестерка будет выше. Я абсолютно не нервничаю. Да, выше. Продолжаем. Все окей. Я везучий человек по жизни. Мне будет... О, вот здесь я, пожалуй, воспользуюсь. Нет, я рискну. Ниже. Я просто рискну. И так будет веселее. Давай. Да! Хорошо. Умница я. Так, не смотри на меня, тварь. 15 выше. Пожалуйста. Черт. Ладно, ничего страшного. Мы ничего не заработали. Абсолютно ничего не заработали. Обида. Выше. Кажется, моя удача иссякла, да? Нет, пока все окей. Следующий раунд, быстрей! Выше! Хорошо, играем до победного или для проигрышного. На самом деле, я просто хотел посмотреть, что если я еще раз пройду, откроются ли мне новые кассеты. Так, продолжаем, да. Подери. Вот опять 15. Выше. Конечно, шансов больше будет, что ниже, но я выиграл. Дальше.
Выше. Есть! Давайте включим свет. Чуть-чуть оттянем свою смерть неминуемую, возможно. 8. Выше. Рискнем. Шансов больше, что будет выше. Если только не тварь ты! Опа, смотрите, можем сейчас отыграться. Давайте отыграемся в колесе фортуны. Пожалуйста. Эй, что? Я начал играть! Я одновременно играть начал и в колесо фортуны включил. Что за прикол? Черт! Ничего я не выиграл, прикиньте. Как обидно. Так, троечка, выше. А что? Что происходит? Я же нажал. Она обнулилась. Ой, друзья, я что-то сломал, походу. 18? Что происходит? Я выиграл, короче. 8. Будет выше, я уверен, будет выше. Все будет хорошо, да, Евгений? Опа, найс. Продолжаем, отпугиваем монстров. О, 13. О, слушайте, давайте воспользуемся подсказочкой. Слушай, она прям все ближе, ближе, ближе. Стоп, 13. 10, значит ниже. Почему опять сигнализация? Слушайте, нам нужно один разочек просто выиграть, и мы победили. В смысле, угадать, и мы выиграли. Вот так. Выше. Так, теперь нам придется угадывать. Надо два раза угадать. 8. Выше. Есть! Возвращай меня обратно в кресло. Я буду играть дальше. Я там сейчас победю. Да, у нас должно быть... Эй, свет! Спасибо. Эй, что не играется? Заново? Говна кусок. Такое удобное число было. 15. Слушайте, подсказка здесь нужна. К сожалению, без нее я точно не справлюсь. Он сейчас опять меня возьмет. Черт, я уже из этой ситуации не выпутаюсь. Мне придется без подсказок угадывать. О, блин. Ладно, я думаю, что выше. Откуда он вытаскивает это у меня? Отлично, выше. Фух. Я должен выиграть здесь. Я очень хочу этого. Нам придется заново крутить, да? Так. Давайте включим свет. Крутим. Просто побеждаем, как нефиг дело сейчас. Ты издеваешься надо мной? Ниже, ладно, пусть будет ниже. Есть! Скорее сохранить! Скорее сохранить! Все, давай, все. Не дыши мне на ухо. Не дыши мне на ухо. Я победить. Есть. Оно все еще дышит мне на ухо. Странно. Хорошо, нам нужно теперь 15 очков, да. 9, выше. Good, very good. Нам выгодно копить числа, копить лампочки. 15. Да ты издеваешься надо мной. Хорошо, здесь воспользуемся подсказкой. Так. Че, выше? Ниже. Ниже. Very good. Продолжаем. Стоп, колесо фортуны. Играть. Мы сейчас прибавим плюс 10 себе. Или умножим. Вот это супер! Я бы даже это сохранил, потому что обидно будет просрать это. А, погодите, 23? Почему 23? Я что-то не понял. Я не жалуюсь, конечно же. Мы просто... О, это приятное ощущение. Приятное ощущение победы. О. Шоски затвердели. Классно. Итак, третий раунд, последний. Посмотрим, откроем ли мы еще какую-то кассету. Ага, у нас с вами 8, нам нужно 20. Мне кажется, если будет колесо фортуны еще один раз,
Мы сыграем. Пожалуйста, больше 10. Отлично. Дальше. Я так понимаю, что все события, что в предыдущей игре, которую мы играли, от Silk Ball, как и здесь, они как-то связаны. Да, мы победили снова. Что это за тесты? Для чего эти тесты нужны? Я не понимаю. Точно ниже. Прекрасно. Играем. Еще воспользуемся подсказкой. Если будем уверены. Вот сейчас, например. Мы не можем, да, свет включить? Не можем. Ладно, пользуемся подсказкой. Тварь ускорилась. Что у нас там? Выше. Опять выше на одну, прикиньте. Так, хватит идти, все. Сигнализация, выключайся, пожалуйста. 10. Нам еще нужно один раз победить. Один раз, точнее, угадать, и мы победили. Ради бога. 2. Выше. 100 пудов. Ой, будет смешно, если там один. Нет, я не могу быть настолько неудачливым. Прекрасно. Давайте. Переводим. Есть. Так, пожалуйста, успеть. Хорош! Мы заслужили выход. Сейчас нас снова засосет в черную дыру, и мы окажемся в том... Это не кабинет, это палата душевно больного. Любопытно, что за кассета нас там ожидает. Я не понял, что он сказал. Кто-то услышал? Хорошо, мы вернулись. Давайте-ка еще раз посмотрим. Да, видите, шкала наполняется. И у нас глубины. И Sunset. А, целых 2 кассеты появилось. Окей. Запись заката, получается. И даже есть некая картинка. Она напоминает закат. Среди тех, кто работал в исследовании наблюдений в ранние годы, это была лишь популярная сказка о призраках. Лишь некоторые верили в его существование. Однако, после инцидента волны Фостера, когда множество засекреченных документов было обнародовано, что поспособствовало более стандартизированным процедурам и уменьшению риска повторения, изначально полагалось, что оно изобразит заход солнца. Следовательно, имя. С тех пор оно было принято для того, чтобы показать пропавшего члена ОС, Кэт, отредактировано. Хотя прошло много времени с тех пор, как было подтверждено, что пропавшие члены ОС подвергаются некоторому подобию сотового фотогенетического перевода, запись захода солнца пометила первую инстанцию структурного срыгивания. О боже, перевести этот текст чертовски трудно. Я практически не понимаю, о чем он говорит. О чем тут вообще... Что происходит? Я надеюсь, я как-то более-менее смог суть передать, но, блин, я не силен в столь сложных словах. Простите, если вдруг это полная билиберда, что я вам только что прочитал. Depths, глубины. Слушай волны, плоскоголовый. Из глубины их песни будут вести тебя к новым берегам. Ну, окей. Ладно, что у нас получается? Что мы должны будем пройти игру еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 раз. Все проделать то же самое, чтобы открыть все кассеты. Я не буду, к сожалению, этим заниматься сейчас, потому что это будет слишком скучное видео, мне кажется. Да и я с ума сойду от повторения одних и тех же действий. Да, мне кажется, что... Тут уже для тех, кто именно хочет полностью погрузиться в лор максимально и увидеть все. Хотя я думаю, что даже при этом, даже если все кассеты открыты, все равно будешь такой думать, а что вообще происходит в этой игре? Потому что это сюр. Это загадочный сюр, максимально неприятный для глаза, для восприятия. На слух тоже очень неприятный. То есть, крутая концепция игры, но так много кассет добывать... Не очень мне хочется повторять одно и то же действие, потому что это есть безумие, как говорили, да, как кто там говорил? Вас говорил, по-моему, это. Из Far Cry 3. Прекрасная фраза, которая вот здесь она идеально подходит. Я не готов в безумие скатываться. Я оставлю это для вас, друзья. Поэтому покупайте эту игру, играйте в нее сами и познавайте сюжет. Да и мне самому любопытно, на самом деле, просто в цели того, чтобы видос не был длинным и скучным,
я его заканчиваю здесь. Я надеюсь, что вы кайфанули от этого видоса. Надеюсь, что вы были также на краю ваших кресел. Я стою, записываю, поэтому... Но моя жопа сжималась просто. Я так же нервничал, как и вы. А теперь давайте лайков мне понаставим. Мне будет очень приятно. Спасибо вам всем большое, друзья. Надеюсь, что в скором времени смогу сделать прикольный анонс для вас, для всех. Поэтому оставайтесь со мной, заходите в мой Телеграм, во все мои соцсети. Я буду везде стараться давать новую информацию о том, что у меня вообще там, как дела у меня происходят. Поделюсь с вами кое-чем. Надеюсь, очень скоро. Ждите. С вами был Юджин, и всем пять!